Отечественные компании решили объединяться для участия в масштабных проектах, реализуемых в Атырауском регионе. Например, для освоения морского месторождения Кашаган и предстоящего строительства завода на Тенгизе. Последний объект потребует десятки тысяч тонн металлоконструкции и различного оборудования. А бизнес-союзы позволят составить достойную конкуренцию иностранным производителям. Кроме того, возрастет доля казахстанского содержания в нефтяных проектах. Будут созданы новые рабочие места. Наладить контакты предпринимателям удалось на Северокаспийской строительной выставке. Она собрала более сотни компаний из 11 стран. Возможность таких крупных проектов, как ТШО, Карачаганак и НСОС Кашаган, они на самом деле очень огромные, и они требуют объединения усилий нескольких казахстанских компаний. То есть вот эти все наработки вот работают.